наводится на автомобиль прибор. Там, в зависимости от режима, либо выжидается время установленное, там 3-5 секунд, как удобнее. Маленько надо, конечно, приноровиться, привыкнуть к этим к тонкостям, так сказать. Комплекс автоматической фиксации административных правонарушений ПРОКНЕТ-М. Он автоматом определяет время, место совершения правонарушения. Ну и с юридической точки зрения это сейчас позволяет привлекать владельцев транспортных средств, размещающих их на газонах, там, на зеленых территориях, на детских площадках, к административной ответственности. Административная комиссия, то есть собираются, смотрят эти материалы, если решают, что действительно на газоне, что действительно надо привлекать, делается вот определение об истребовании сведений и все на это. В нашем районе точно так же, как во всем городе, большая проблема с парковками. Машины ставят куда угодно, на детские площадки, на газоны, вообще беспредел полный. И вот у нас надежда большая вот на эту систему, и чтобы вот парковки эти как-то все-таки их организовывали и в таких определенных местах, чтобы все-таки они вот не портили жизнь нашему населению. С 8 октября у нас порядка 120, что ли, зафиксировали нарушений. Ну, как правило, на одной неделе, если отфиксировали, на следующей там увезли в ГИБДД, забрали, ну, там, сдали на комиссию. Комиссия тоже же не каждый день заседает, поэтому как выпадет на рассмотрение комиссии? Ну, 2-3 недели. Теоретически любое правонарушение, совершенное собственником объекта недвижимости. Ну, то есть земельный участок, допустим, не убран мусор, да, допустим, надписи там на зданиях, сосульки, неуборка снега вот в зимний период. Вот можно вполне себе и это фиксировать. Там контейнерные площадки тоже зависит, конечно, от ситуации. Ну, очень многие вещи связаны именно с объектами недвижимости.